Всем привет! Сегодня мы идем обедать в Гинтайфанг. Пойдемте с нами. Это сеть китайских ресторанов, вернее, чтобы быть точным, сеть тайваньских ресторанов. Первый ресторан был открыт в 70-х годах в Тайване. И сейчас у них рестораны расположены более чем в 13 странах мира. Место мы резервировали за месяц. Thank you. Rice, pork, shredded carabota. One. White. This one's later, right? So which one? The desserts. Oh yeah. Нам только что принесли суп. Выглядит очень аппетитно. Джерри говорит сказать вам, что очень острый. Алине принесли ее чай с шариками тапиока. Я не буду спать. Конечно, не будешь спать, потому что это чай. Но мы его с тобой разделим, да? Ты же мне дашь чай? Да. Thank you. Oh, that's just stack of cucumbers with chili. Это салат из огурцов. Это не салат, это просто огурцы и сахар. Чем? А? С чили? Да. Мы сейчас попробуем. Нет, и свиные ребрышки. Я. So, can you repeat that? Okay, perfect. Thank you. Thank you. Нам принесли пельмени из свинины. Бери, Алинка, бери. Их нужно класть в ложку и взять из ложки, потому что они наполнены супом. Алина, покажи, что там внутри. Вот, смотрите, видите бульон? Это мясо в супе. Очень сочно. Алинка, вкусно? Нам принесли рис, жареный рис со свининой. Острые пельмени с креветками со свининой. Их нужно хорошо перемешать. А вот и пельмени со свининой и крабом. Берели. Все пельмени абсолютно одинаковые. Тесто и мясо для каждого пельмена взвешивают и делают на каждом пельмени ровно 18 складочек. Посмотрите, все пельмени лепятся вручную. Коронное блюдо Гинтайфанг – пельмени с шоколадом.
До недавнего времени это блюдо было только в секретном меню, и многие о нем не знали. Смотри, шоколад. Нам принесли счет. Смотрите, если вам интересно, сколько стоил наш обед. Это не включая чаевые. Вот посмотрите, все пельмени готовятся вручную. Мясо и тесто для каждого пельмени взвешивают. И на каждом пельмени делают 18 складочек. Вот смотрите, как он делает 18 складочек. Мы зашли в магазин игрушек. Вы выбираете себе игрушку, какую хотите. Они пустые внутри, смотрите. Видите? Вот такие вот. Тельца. Как его зовут? Том Нук. From Animal Crossing. Когда вы выбрали игрушку, идете вот сюда, и вам ее наполняют. Но я не хочу вот это. Я просто показывала. Вот. И здесь вам ее наполняют. И вы уходите вот с такой вот уже игрушечкой. Вот, например, вот это вот. Вот так это выглядит наполненно. Это магазин Лего. Millennium Falcon. Рай для любителей Лего. Это японский магазин. Здесь вот такие вот милые, мягкие игрушки. Дракончик. Откуда это дракон, Алина? С Годзиллой. Сегодня, я думаю, все. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. И до скорой встречи. Пока-пока.